И еще скандал. Правда, вокруг Алексеева. У певца, который собрался покорять подмостки Евровидения, возникли проблемы. Причем появились они оттуда, откуда он их явно не ждал. Поклонники в Украине, видимо, обиженные тем, что представлять Никита собрался Беларусь, предоставили доказательства того, что эту песню он исполнял еще в апреле 2017-го. А по правилам конкурса, участники имеют право использовать произведение, которому не больше года.